Современный компьютерный томограф заработал в Республиканском центре инфекционных болезней. Оборудование закуплено на средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Компьютерная томография становится главным инструментом диагностики COVID-19. Точность этого метода составляет 98%. Тем временем в инфекционную больницу Дагестана поступают самые тяжелые пациенты со всей республики. С начала года из больницы с выздоровлением выписались более 2000 заболевших. Аппарат КТ начнет принимать пациентов уже в ближайшие дни. Сейчас идет обучение медперсонала работе на новом оборудовании. Отметим, ранее на компьютерную томографию пациентов с инфекционной больницы направляли в расположенную рядом республиканскую клиническую больницу. В связи с тем, что отмечается рост числа больных с инфекцией COVID-19, данные аппараты закуплены уже и в ближайшее время будут поставлены еще в 2 медицинских учреждения Республики Дагестан. Это у нас в городе Махачкале городская клиническая больница и республиканская больница восстановительного лечения. Это те учреждения, которые во время первой волны участвовали активно в оказании помощи данной категории больных. И, соответственно, в настоящее время они тоже оказывают помощь и готовы к дальнейшей работе.